Как относишься к Камале Харрис? Чего-чего? Ну, как относишься к Камале Харрис? Камали Харрис? Да, Камала Харрис. А я не знаю, это кто? Что, серьезно, что ли? Клянусь, не знаю, братан. Ну, это кандидат на должность губернатора Пятигорска, по-моему. Подожди, секундочку. Пивка для рывка. Я просто новости читал. Ну, я понял, через Яндекс я таки по телеку не смотрю ничего. Я слышал, что, короче, все, кто выборы губернаторов были в Рио, ну, временно исполняющие обязанности, короче, все лидировали, и все... Такую я даже не знаю, Да ты честно, как не братан. знаешь, ты чё, она ж прям одна из таких самых влиятельных людей, по сути дела. Честно, не знаю. Камала Харрис вообще сама американка, которая, короче, уехала в Россию, влюбилась в Россию, короче, сейчас вот хочет, так сказать, к власти поближе. Ну я понял, и вот что-то очень знакомое на слуху, дядь, честно не знаю. Вот клянусь, прям звучит, прям офигенно. Ну, блин, я не знаю, Я что просто ты, еще очень Камала удивлен, Харрис. да, очень удивлен, что ты не знаешь, что она баллотировалась, так сказать, в депутаты. Ну, для меня прям удивление, как ты не знаешь ее. Не, я за политикой слежу каждый день, короче, там, ну, очень много причин там. Камала Харрис. Вот прям звучит, дядька, клянусь тебе, в ушах прям знакомо все. Честно, не знаю. Ну, это вот мы с тобой там разойдемся, короче, я в интернете веду, я что-то Ты не обязательно знаю, посмотри, чем. обязательно. Крутая, крутая баба. Нормально такая тетка пойдет. Смеется, правда, блядь. Смех у нее заразительный прям. Что это? Блядь, реально говорю. Беспонтовый или Да, не, заразительный? заразительный прям. Ты ее слушаешь прям и Заразительный. понимаешь, да, и понимаешь, что прям очень-очень. Камала Харрис. Блин, я запомнил. Ну. Блин, я аж хочу посмотреть. Ну, Нихера себе. посмотришь, что. Да Я в ахуе. я больше скажу даже, что Серега Зверев добровольцем пошел-то. Серега, в смысле этот, что ли? С ногтями. Бля, в смысле? Да, Серега Серега, Зверев. Зверев, ебать, вот этот пидор. Не, Серега. Свечу не держал. Ну, я образно, я Я не знаю, свечу кто не он там. держал. Я свечу не держал. Ну, Я короче, тоже. он добровольцем пошел, Ну, да. ты понял, правильно я за него думаю? Да, за Ёбаный него. стилист-парикмахер или кто Да, он? да, да. Да? Праллу, Праллу пел, Охренеть. помнишь? Алла, что ты делаешь, Алла? Да, 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 да. Во-во-во-во. Бля, да ну Да ты нахер. вообще новости, я смотрю, не читаешь. Я читаю только через Яндекс.Дзен. А, через Zen только. Остальное я даже не смотрю. Ну, зря ты. Надо вот в Телеграме смотреть, как бы там очень В много, Телеграме? да, очень много интересного. Блин, в Телеграме, почему я тебе объясню, не смотрю? Меня не прикалывает эта хрень, честно. Чё это? Телеграм говно, которое... Он у меня есть, все, короче. Ну, блядь, меня не прикалывает вообще. Пугачева вот вернулась недавно. Но она свой замок продать хочет. Не, она извинилась перед всеми россиянами, говорит, простите меня. На колени, короче, встала. Говорит, простите меня, Да ну нам. я хочу реально, говорит, ты чё вообще с Луны свалился, что ли? Не, братан, я тебе клянусь, я только через Ну Яндекс.Дзен вот, я смотрю тебе новости. говорю, вернулась Пугачиха. Говорит, блядь, простите меня, я вот больше не буду. Я вот каюсь, я виновата. Я, короче, все. Я здесь, я дома. Такая тема. Ага, блядь. А в Израиле тоже война, что там А с Палестиной, ну, Палестиной. там Галкин остался с детьми, а она А уехала. его не вернут обратно. Он там нарушил все. Короче, Ну. я охренел, блядь, это. К вам, кстати, Да он это. вернется, говорит, в Россию, а? К вам, кстати, скоро барановские бабушки приедут на гастроли-то. Буранов? Да, Какие барановские. Барановские. барановские? Не, барановские. Буранов. Буранов. Из поселка Барановка у нас тут. Нет, Бурановские. это ты Я не путаешь. знаю, из какого поселка Ну. они Так Бурановские. они, короче, гастролируют по всей стране, понял? И в Пятигорск будут заезжать.
Да ладно, а Я тебе когда? реально говорю, да, по-моему, в октябре, что ли, 20 октября, по-моему, что такое. Дядька, я честно не знаю, мне вот просто мент у меня знакомый, короче, маякнул. Ты что, Не, я с маякнул? ним работаю просто. Не, я рядышком работаю, ну так. Бля, я не общаюсь с ментами, за одним столом не сижу, Ты что, честно. стрёмно, что Это ли? не блатные понятия, мне не кайф, Ну, короче, я тебе стрёмно, так так и объясню. скажи, я понял. Не, Ну, просто у меня стрёмно. таких понятий нету, там, блин. Я не авторитет, не вор в законе. Ну, я порядочный, ну, и, короче, я тебе так скажу, короче, у нас в Пятигорске вот в эту субботу будет День города. Я думаю, вот, скорее всего, они туда и приехали. Шаман! Шаман собирался приехать, короче. Шамана собирались заказать за 15 миллионов рублей, по-моему. Что-то такое слышал. А знаешь, в чем прикол, дядька? Ну-ка. Короче, сказали, бюджет, короче, города, чтобы не превышал миллиона рублей. На праздник, что ли? Сейчас закон выйдет. Сейчас реально закон, по-моему, 1 ноября, если я не ошибаюсь. Любое торжество, любую звезду заказать не больше миллиона рублей. То есть у А, нас звезд не будет. я понял. Нет, вы можете У нас заказать. будут... Почему барановские бабушки, они же к вам-то едут? Так Ну, может дай на день бог. города? Может я просто что-то путаю? Я так мельком Я просто не знаю, слышал. у нас в субботу будет. В субботу. Вообще 9-го должно быть. 9-е это что получалось? Это вторник, да, наверное? Не знаю, не суть важно. Ну, короче, день недели, да? Короче, и у нас вот в субботу день города. Я Ну, понял. я думаю, может, так получится. Ну, я тоже не заказывал. Я это не оплачивал, дядька, я не знаю. Я предположил просто. Кстати, ты вообще как к необычайным напиткам относишься, так сказать? Необычайным? Да, необычайным, необычным. А можно расшифровать это слово? Ну, смотри, вот у меня Кент есть здесь, на Дальнем Востоке. Он изготавливает национальный напиток. Называется кротовуха. Слышал что-нибудь? Кротов. Да, кротовуха. Ну, что-то знакомое, но я много чего пил и много чего кайфую. Я любитель, ну, извини, дядя, я сейчас тебе скажу. Я любитель пить все алкогольное, короче. Бум! Текила бум! Перемешку, я Кровавая... Ну, я... понял. Ну, Ну, бля, профессионал, все подряд. профессионал. Я понял, профессионал. Не-не-не. Поверь, я любитель. У меня там... Так вот, слушай. Он, короче, как сделал-то? У него дядька в море ходил, а там и привозил бутылки, понял, с Индонезии там, со змеями. Вот бутылка, там водка какая-нибудь, а в ней внутри кобра сидит, понял? И он такой говорит, блядь, Нихуя. вот кобры, короче, нету. А есть кроты, и кротов много. Надо что-то замутить. Вот он, короче, взял банку трехлитровую, залил самогоном, положил туда крота, добавил лаврушечки, пом, соли посыпал. Говорит, 2 недели в темном месте, и потом можно пить. И вот он говорит, Да ну по нахуй. чапарику, по 20 грамм. Ну, крот, понятно, понял, там находится. Он мне поначалу предложил, я обливался. Я когда узнал, Не, нихуя ты мне прикол. Да я даже пробовать бы не что там стал. крот, я Если аж бы, ну, обругался. допустим, налил, я попробовал, но Слушай, я вот он похудел. рассказывает, на самом деле, говорит, зрение улучшается, варикоз проходит, память улучшается. Я ему не верил до тех пор, пока сам не попробовал. Теперь вот такая вещь. Блять, вот по чапарику, по 20 грамм буквально. Выпил, настроение хорошее, проблемы не заботят, в жизни все прекрасно. Сейчас подал Бля, документы. братан, соли похавай, покури, или что, как оно Послушай, называется, да, то же самое. он мне говорит, нет, ты не понимаешь, дело в силе земли, в силе природы. Потому что самое лучшее, что нам может дать жизнь, да, по сути,
Ну, это вот продукты, да, вот мы там овощи, фрукты, все из земли же. И вот он говорит мне, банка чистая должна быть, а крота обязательно в земле надо. Потому что, чтобы привкус земли был, короче, на зубах. Это самое лучшее, говорит, самый лучший напиток. Я попробовал, я тащусь. Я вкуснее в жизни еще ничего не пробовал. Это такая... Блин, Гатя, подожди секундочку, извини, перебью. Короче, я согласен, может быть, я понял тебя. Ну, дядька, да ну нахер. Я тебе реально... Да ну нахер. Реально говорю. Нет, послушай, серьезно. Он, что он сделал? Он взял, отправил на экспертизу в Хабаровский научный институт. Они там сейчас кротовуху исследуют. То, как она влияет на организм человека, понимаешь? По параметрам смотрят. Как улучшает зрение или нет. Улучшает ли сердцебиение, там, давление, всю вот эту тему. То есть сейчас ученые дадут ответ, насколько положительно или негативно влияет кротовуха на здоровье человека. И мы уже официально, он будет продавать это по всей стране. Так что ты название запомни, вот в банке будет продаваться. Кротовуха у нас по-другому называлась. Да, почему я тебе сказал, что я пробовал кротовуху, у нас немного это другое. Ну, короче, ладно, я понял. У меня, короче, Кент этот, он сейчас собирается делать еще крысовуху, понял? Разводить крыс? Разводить крыс? Он говорит, у меня теплица небольшая будет, они будут там разводиться у меня. И потом, ну, по рецепту, по определенному, делать уже крысовуху. После того, как сейчас кротовуху придет исследование уже, дадут ответ, и будет уже непосредственно заниматься еще и крысовухой. То есть крыс будет добавлять. Но он уже разработал определенного рода рецептуры, держит в секрете. Так мне Тиш рассказал, что шафран добавляет гвоздику туда, чтобы вкусно было, ароматно было. Ну, в общем, кротовуха – это вообще реальная тема, я тебе говорю. Вот, и будет возможность, увидишь в магазине, крот в банке, понял? Крот в банке, головой я вниз. Я понял. Я слышал что-то кротовуха, я просто, честно, вот первый раз от тебя услышал. Кротовуха я слышал, ну, пил что-то там, ну, там дело, но это... Что, в смысле, не это? Вот такая тема. Прикинь, вот кто знал? У меня вот люди приходят ко мне, да? Ну, у меня работа такая, сам понимаешь. Не у всех там с эрекцией все нормально получается. Вот приходится им по чипарику наливать, чтобы все нормально было, чтобы все хорошо проходило. Вот такая... Дядька, ебать ты веселый тип, ебать. Мне что-то твоя кротовуха уже застряла в голове. Я тебе говорю, потому что будет, да, я думал, будет я как болт, стопил, как болт будет, понимаешь? Как куалда, блядь. Можно будет гвозди забивать им на 200. Братан, поверь, вот я тебе клянусь, я под сраку старый. Да я могу забить старый? Три старый? Гвоздя один в один. Блядь, настолько там это нормально. Чем? Дылдой, что ли, своей? Да я тебе за это и говорю. Ты можешь не говорить. Да, конечно, да. Мне хватает. Да. Рассказываешь, мастер Каладзин. Я тебе говорю. Сила природы, сила земли. Короче, я первый раз с таким человеком общаюсь. Братан. Во, вспомнил. Фокси Ди. Как? Фокси Ди. Это кто такая? Ну, это порно-актриса. Да это, блядь, это не порно-актриса, это какая-то шваль. Я тебе говорю, если ты хочешь нормальную бабу посмотреть, загугли, зайди прям вот в Google, напиши, короче, понял? Поисковой запрос. Машка... Я не могу сейчас. Я ну, не сейчас, потом, блядь, потом, просто запомни. Да, Машка, да, Машка из села Богородского. Понял? Машка из села Богородского. Машка из села Богородского. Вот, просто загугли. Машка из села... Богородского. Богородского? Да. Там и на сеновале, и на сенокосе, и на тракторе, блядь. И в сельском туалете, блядь. И в Доме культуры. Там отменная порнуха. Просто отмена. Я сам как режиссер, я это все смотрел. Я не принимал участия вместе с ней, так сказать. Я, ну, чисто с профессиональной точки зрения, то, как снимают они, да, ребята, то, какой они делают контент, им платят неимоверное количество бабла.
Ну, короче, на Машку, чтобы ты понял. Вот есть там такая, типа, Саша Грей, ее многие знают, да? Саша Грей-то, она и рядом не стояла с Машкой из Богородского. Там такая соска, она так умеет, там, как Дядька, никто не меня... умеет. Подожди секундочку, дядька. Я это, блядь, хуй запомню. Короче, я помню, я понял, мне надо что-нибудь записать. Пиши, пиши, конечно, я... пиши, пиши. Да я не запомню, клянусь. Так, пишет ручку. Оп. Машка, что надо? Ну, заходишь в Google, да, или в Яндекс. Ну, понятно, да, Машка. Пишешь, пишешь порно, Машка из Богородского. Из Богородского, да? Да-да-да-да. И еще пишешь кротовуха. Вот настоечка, про которую я тебе говорил, которая будет продаваться. Напиши кротовуха. Ага. Кротовуха. Кротовуха. Вуха. Да. Я боюсь. Да ты не бойся. Топовый контент. Да ты не очкуй, я сам 100 раз так делал. Топовый контент для достойного человека. Чего ж нет-то? Я ж плохого-то не порекомендую, не посоветую. Я ж, понимаешь, чисто по-человечески для всех, от души. Я порнуху не смотрю. О, я ж тебе забыл еще. Запиши про Камалу Харриса. Камала Харрис, депутат. А, во-во-во-во. Сейчас. Камала Харрис. Депутат. Камала депутат, Харрис, да? Депутат Пятигорска, да. Кандидат в депутаты Пятигорска. Ну, депутат, я думаю, пойму. Депутат. Америкосы рвутся к власти, короче. Да, Пятигорска. А вот это вот мне прям даже важнее посмотреть, чем... Ну, я извиняюсь. Ладно, стой. Вот Камала Харрис, блядь, я аж от души завтра с утра. Я побегу, у меня посмотрю. Время уже, видишь, уже рассвет. Мне же на работу скоро съемки. Давай, добра знаешь, тебе, как... мира. Братик, добра, спасибо тебе за общение, тебе братан, тоже. За информацию. От души, ты лучший, брат. От души. Порноиндустрия ружит. Нормально? Или ненормально? А пойдет или не пойдет? Дадут. Щеки болят, ребята, вы классный дуэт дополняете. Нормальный мужичок. Ну, и что ж ты выпивший, чё ж не повеселить-то? Понятное дело, что он зайдет и посмотрит, и поймет, что как бы, бляха-муха, ну, Камала Харрис вообще в Америке находится. Нет, ну он меня от души повеселил, прям вот. Сегодня есть контент. И это здорово, и это замечательно, это радует, да. Есть что выложить, так сказать, что вырезать, да, пойдет. Я прям доволен, максимально доволен своим сегодняшним стримерской ночью, да, своей. Нормально пойдет. Я даже не знаю, блядь, что мне больше смешнее было. Про Камалу Харрис или про Машку.